В этом году Покачевский храм Покрова Божией Матери преобразился, внутри его расписали, а на внешних стенах появилась мозаика. Сделали это по соглашению между Лукойлом и правительством округа. Однако архитектура церкви в самом начале не позволила смонтировать еще одно изображение на стене алтарной части, поэтому крест появился здесь благодаря собранным средствам прихожан. Это изначально, когда планировалось соглашение и проект по этому поводу, как бы на том месте еще находилось окно. И сказать, что тогда сразу как бы почему не решилось или еще что-то, то есть, ну, я скажу так, мы, наверное, тогда еще не думали о том, что окно успеется заложиться. Из-за размеров окна расположить здесь икону не получилось, поэтому остановились на изображении креста. Во-первых, это все равно горнее место, а во-вторых, как бы, да, можно было изобразить либо икону Спасителя, к примеру, там, либо Богородицы, как так, храм Богородицы. Но когда начали проектировать этот момент, получается так, что слишком узкая рама. И выходит так, что изображение получилось бы не настолько четким и качественным, поэтому, получается, было принято решение сделать все-таки крест. Нужную сумму собрали довольно быстро, говорит настоятель храма отец Виталий, а монтаж доверили тем же мастерам, которые работали над мозаикой на других стенах церкви.